Как вы уже поняли, в нулевые для тех ребят, которые решили посвятить себя музыке, «Фабрика звезд» — это был прекрасный шанс себя реализовать. Наша следующая героиня, мне кажется, сделала максимум. Победительница «Фабрики звезд» 4. Ирина Дубцова! Наши встречи, наши дни, как на нитку. Это так долго. Я пытаюсь позабыть, но новая попытка колет иголкой. Расставляю все мечты по местам. Крепче нервы, меньше веры. День за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем. О нем и о нем. Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть, я за ним, извини, гордость, я за ним одним, я к нему одному. Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть, я за ним, извини, гордость, я за ним одним. Для вида я друзьям улыбаюсь. Это не просто. Я поставила бы точку, но опять запятая. Это серьезно. Разлетаюсь от тоски на куски, на осколки, все без толку. День за днем гори оно огнем, огнем. Боже мой! Боже мой! Спасибо вам огромное! Спасибо вам за то, что такие разные поколения здесь сегодня на этом концерте. Ребят, спасибо вам, что все эти годы вы со мной, со всеми фабрикантами,